Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. На базе «Каменный мыс» состоялась презентация ездовых собак. Оказалось, тянуть сани могут не только хаски и маламуты. Подробности у Екатерины Любешевой. Настя, Маша, Никита и еще множество ребятишек также стремятся попасть в сани, как псы в упряжку. К тому же столько собак, которые собрались в одном месте и в одно время, дают возможность ребятишкам и их родителям познакомиться с четвероногими и многое о них узнать. Что она быстрая. А еще? Что она смелая. Ее зовут Север, ей 3 года. И она очень быстро катает. А порода на какой? Хаска, скорее всего. Организаторы, как и обещали, покатали на живом транспорте всех желающих малышей. Градус эмоций зашкаливал. Потому что собаки гнали с такой скоростью, с которой я люблю ездить. Ты очень смелая девочка? Да. А когда ты вырастешь, то сколько будет собак? 7. Красиво вообще. Они такие все хорошие. Так вот, ну, конечно, немножко занесло на повороте, но было очень красиво. Когда вырастешь, будешь профессиональным каюром? Нет, у меня другие планы на жизнь. Какие? Стать танцовщицей. Синеглазые пушистики, именуемые хаски, в большинстве. Других ездовых псов в Сургуте значительно меньше. Этот стон у них песней зовется. Хаски уникальны еще и тем, что, предчувствуя гонки в упряжках, поют душещипательную песню. Рич – единственный маламут на собачьем собрании. В Сургуте, да и вообще, довольно редкая порода. Но он 1/4 стоит, так утверждают хозяева. Он очень, честно, сильный. Он потащил меня, брата, отца и мать. Это весило где-то 220 кг, и он тащил довольно так... Ну, если котов у нас еще не запрягают, то вот овчарок и даже дворняжек легко. Она у нас уже давно как бы санки таскает, мы запрягаем, вот сына катает у меня. Ей очень нравится, то есть она как бы, ее только запрягаешь и все, и она сразу бежать ей надо. Иди сюда! Заездами на время закончилась презентация. В роли каюров и дети, и взрослые. В прошлом году я участвовала на собаках, заняла 1-е место. В этом году я думаю, что займу 1-е место. Круто. А сколько тебе лет? 7. А сколько собираешься ездить лет подряд? До 9. Ну, может, и до 100. Хаски на Каменном мысу можно увидеть в любой выходной. А вот официальные заезды теперь состоятся только в марте, на Масленицу. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.